стадионе прошло награждение детских футбольных команд районного турнира «Футбол против наркотиков». Более подробно вам расскажет моя коллега Ирина Арабинская. На сегодняшний день тема футбола одна из тех, которую обойти стороной невозможно. Для кого-то это увлекательная игра, и приемлет он ее лишь по телевизору, а кто-то и сам не прочь погонять мяч. В этом году у нас участвует 11 команд, более где-то около 150 участников. У нас две возрастные группы, у нас 13-14 лет и 9-12 лет. Уже второй год в Амурске организовывают районный турнир по футболу среди детских команд «Футбол против наркотиков». Юные амурчане, в этом году и дети из Ильбана, собрались в 11 команд для участия. Все ребята абсолютно разные, с разными интересами, которые любят играть в футбол в своем дворе. А сейчас им выпал шанс попробовать себя настоящими игроками, жюри, болельщиками и, конечно же, наградами. На сегодняшний день интернет, ну и это чисто не только мое мнение, как бы и также единомышленников, скажем так, моих, да, кто вместе помогает в этом принимать участие. То бишь их, ими надо заниматься детьми, надо что-то делать, что-то производить, в плане даже таких же акций собирать, и чтобы они почаще были, чтобы дети к этому стремились, а как бы не... там компаниях не принимали участие там еще тому подобное. Ну и как видите, у нас в принципе неплохо стало получаться. Цель такого турнира — это привлечь ребят к спорту, а именно к футболу. Кроме того, это хороший шанс отвлечь мальчишек от бессмысленного времяпровождения во дворе, а провести его с пользой на стадионе и выплеснуть свои эмоции за играми. Также после окончания турнира ребята записываются в футбольную секцию, чтобы уже учиться играть на профессиональном уровне. Подавалось как бы объявление, скажем, где-то за месяц, да? Участники собирали, где-то мы сами также во дворах как бы разговаривали, ну, видели, там молодежь, у нас стадионов-то тоже как бы много, где-то там на второй школе, там на коробках, там в пятом, крайне восьмом, неважно, тут принимают участие все, даже вы заметили, с Ильбана как бы приезжают, дети играют. В этом году на стадионе города собрались организаторы, родители, спонсоры, чтобы поздравить ребят с окончанием второго районного турнира в этом году и подарить призы, медали и кубки, пиццу и лимонад, а также мячи. Команды награждали за первое, второе, третье места и лучших игроков и всех участвующих. Хотелось бы выразить благодарность. У нас получается турнир. Учредителями турнира является у нас администрация Амурского муниципального района, администрация детской спортивной школы, футбольный клуб «Амурск» и футбольный клуб «Фортуна». Также поблагодарить спонсоров. У нас получается компания «ПИК», ИП «Малахов» магазин «Виноград», ИП «Жуков», ИП «Макаренко» вода дальневосточная, магазин «Охотник», магазин «Все двери», кафе «Мармелад», ИП «Бычихин» и магазин «Атлетика», цветочная студия «Клумба», ООО «АДСК» и ИП «Бондарчук».